В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске около 6 тысяч человек. Форум «Единство народа» собрал представителей самых разных профессий, интересов и возрастов. Герои России, участники СВО, врачи, учителя, общественники, активисты молодежных движений, обычные жители, а также известные спортсмены и артисты. Открыл форум губернатор Московской области Андрей Воробьев. Я хочу всех поприветствовать, наших дорогих жителей, которые собрались сегодня в этом уютном зале со всех уголков Подмосковья. Мы живем, учимся, планируем свое будущее в Подмосковье. Наша задача – обеспечивать перемены в каждом городе. Каждый город, каждый человек должен чувствовать, что меняются дороги, транспорт, меняется то, что важно для человека – образование или клиника. Я хочу поблагодарить всех вас, кто в этом зале, все, кто добросовестно, активно, с душой, неравнодушно делает свой вклад. Форум организовала партия «Единая Россия». Мероприятие прошло в формате митинга-концерта. Перед участниками выступили Иван Охлобыстин, Григорий Лепс, Денис Майданов. 15, 16, 17 числа мы отдаем свой голос. И отдаем, можно сказать, свое сердце нашему будущему. Мы будем с вами голосовать за Родину, за будущее, за президента, за свет, за любовь, за семью, за жизнь. Я голосую за жизнь! Я голосую за жизнь, я голосую за свет, за небо над нами, солнце легких планет, за искренний настоящий в истории след, а еще за любовь и за запах побед. Участники форума уверены, Россия сегодня находится в важнейшем историческом моменте, когда очень многое зависит от каждого из нас. В предстоящие выходные мы ждем всех на избирательные участки. Я знаю, что это добрая, очень важная традиция, которая существует в нашем Подмосковье. Москва и Подмосковье – два самых больших региона по голосованию. От нашего голоса, от нашего участия, от нашего вклада зависит будущее. Подмосковье вперед! Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, в выборе будущего страны мелочей быть не может. Важен голос каждого.